привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас покажу вам сорт Мисс Америка, про который я говорила, что он не очень распространен. Я о нем даже слышу почему-то редко-редко. В магазине я его тоже не видела. Я его купила очень-очень давно в такой, в маленькой белой, ну, пачке, в упаковочке. Начала его выращивать. Он мне очень понравился, он у меня остался на долгие годы. Из-за чего? Сейчас покажу, но вы сами поймете. Из-за вот этой выровненности плодов, потому что... Ой, тут тень вам сейчас помешает. Плоды в кистях почти все ровные. Видите, какие кисти? Вот по 5, вот здесь разводишь. По 5, по 6. Иногда, когда хорошие благоприятные условия, даже по 7 плодов. И они все равномерненькие, все такие красивые. Вот к этой перейдем. Видите, какие? Они и не мелкие, но они и не крупные. Вот это идеальный вариант или для салатиков, или просто для употребления. Вот он указан там, по-моему, до 100 грамм. Они большие, не вырастают, но дело в том, что их много, и они такие красивые. Они вот этими кисточками так расположены на томате, так хорошо выглядят. Ну, вообще, прекрасный сорт. И вот для того, кто любит именно не крупноплодные дольками, а цельноплодно консервировать, вот эти томаты идеально вам подойдут. Смотрите, какая красота. Вот это Мисс Америка. К сожалению, как я уже сказала, не могу ни пачки вам не показать, ничего. Но если кто там захочет подробно посмотреть, в каталоге есть описание. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это Мисс Америка. Сейчас видео обзора становится все короче и короче, потому что, как вы видите, томаты созревают, их очень много, они даже у меня вон отваливаются, нужно все подбирать, собирать, скорее все снимать. Погода плохая, и то идет 2 дня дождь, то солнце, так что я тороплюсь, но так общий обзор все равно делаю, все.